Nå er vi i Novosibirsk. Det er Russlands tredje største stad og Sibiriens hovedstad. Bakom meg så har vi et lite ortodoks kapell. Og her sier man at dette er ungefær så midt i Russland geografisk som det går å komme. Og i denne staden Novosibirsk og i hele Sibirien så har det vekst fram mange nye forsamlinger der pastorer og ledere nå samles for å gå Livets Ords pastorskurs. But of course, if you only are shouting. No, yes. Pastorskursen är faktiskt något helt fantastiskt. Vi kör maratonundervisning. Folk kommer in från hela Sibirien. Det är ett jättestort område. Ta och titta på en karta ska du se hur stort Sibirien är. Det är väldigt spännande just att hjälpa pastorerna ute i de här församlingarna att bli utrustade, att bli starkare. Så jag tror just att det är otroligt strategiskt just nu att komma till Sibirien. Я находился в наркотической зависимости, и мои друзья, которые спаслись раньше, они стали мне проповедовать. Проповедовали порядка полутора лет, и потом я решил поехать в реабилитационный центр. И там получил слово поехать на миссию в город Барнаул. И сейчас в Барнауле есть церковь, в церкви 300 человек. У нас есть реабилитационные центры, тюремные, наркоманские, ну, для наркозависимых, и социальный центр, ну, примерно около 70, от 70 до 100 человек в центрах в среднем находится. У нас есть дочерние церкви в городе Бийске, в городе Новоалтайске, в городе Славгороде, Яровом и в городе Казани. Трудности были, потому что было мало знаний, мало понимания того, как строится церковь. Пришлось все как-то это по ходу понимать, как строится церковь, как строится структура церкви, как консультировать людей в браке. En del av pastorerna på kursen är tidigare narkomaner och kriminella och kommer från ett arbete i Sibirien som kallas Hörnstenen. Det startades av Sergej Nepomniachtchi för 12 år sedan. Då var han en missmodig pastor för en liten församling utan tillväxt. Efter en profetia av Ulf Ekman ledde Gud Sergej in i en helt ny tjänst där många narkomaner blev frälsta. Flera rehabiliteringscenter etablerades och arbetet spred sig till nya städer i Ryssland. Первая идея не была насаждать церкви. У нас, когда центр прошел год, чуть больше года, ребята стали выходить после реабилитации из центра. И они, не, ну, как бы, много вышло и были не заняты. То есть были много свободных ребят. И тогда мы, ну, как бы подумали, а почему бы нам не начинать в других городах церкви для ребят, которые будут выходить из центров. И там тоже центры будут, и мы можем посылать туда и сюда людей. И поэтому первая, как бы, идея была, чтобы эти ребята были заняты, чтобы они что-то большое для Бога могли сделать. И второе, ну, конечно же, для них самих, что, как бы, что, ну, когда уходит с реабилитации, если он с Новосибирска, он может вернуться и найти такую же церковь там. Новое творение. Can you say, I am a new creation? Можешь сказать, я новое творение? Я новое творение. Начало 90-х годов мы начали употреблять наркотики. Нам приходилось воровать, нам приходилось заниматься преступной деятельностью. И на тот момент мы отсидели, я сидела 4 раза, у меня было 4 реальных сроков. Ну, для нас это было нормой жизни. Вот лично на тот момент, до того, как в мою жизнь пришел Бог, я ни разу не была на свободе больше 9 месяцев. На протяжении вот этого времени, когда я занималась наркотиками, когда вела преступную деятельность, естественно, у меня был туберкулез обоих легких, был распад открытой формы. Я была бактерия-носителем. И когда мне обязали положить в больницу, я не ложилась в больницу, естественно, употребляла наркотики, выпивала, курила. У моей сестры была передозировка, у нее была частичная парализация правой стороны. То есть у нее плечо, оно вот так вот поднялось и не опускалось, она не могла ни повернуть, ничего. Я в центр приехала 42 килограмма, у меня была дистрофия. Но когда я приехала в реабилитационный центр, пробыв там месяц, 30 декабря 2005 года я принимала водное крещение. И Бог вот просто по своей благодати и милости исцелил меня от туберкулеза. Мои легкие абсолютно чистые. И когда я приехала в туб диспансер, и меня увидела мой лечащий врач, она заплакала. Она говорит, я думала, ты умерла. И вот когда она у меня видела такую, у меня документально все о моем исцелении, что вот у меня такое вообще, слава Богу. Просто касайся и изменяй жизнь. Пусть твой подарок.
Ну, мне очень нравится пасторский курс. Я думаю, что каждый пастор должен знать свои духовные корни, он должен знать историю церкви. Приобретаем бесценный опыт, и этот опыт помогает в современной церкви, в ее служении. И на самом деле это очень важно, то, что мы делаем здесь. Не просто сухие факты, сухая информация, это помазание Божие передается. Это на самом деле так важно, и это нужно для нас. Livets ords mission handlar om just detta. Att träna ledare och bygga starka, växande församlingar som sen kan vinna människor för Jesus. Därför är pastorskursen en viktig del av arbetet. Här får ledarna nödvändig undervisning och blir grundade i Guds ord. Redo att arbeta för multiplikation i Guds rike. То, что мы видим, поставит церковь в каждом городе. Сегодня у нас 74 церкви, которые мы начали. И при каждой церкви есть, конечно же, реабилитационный центр. Мы посылаем в большие города, чтобы они могли вокруг себя тоже начинать это. Слава Богу, что у меня было такое основание в реабилитационном центре, такое твердое основание Иисуса Христа. И пронесли своим сердцем Христа, проповедовали его в лагере. Сейчас там в женской колонии такое пробуждение, там ячейки собираются. Сейчас тоже? Да, сейчас там мы вот посеяли, молились. Да. До нас этого вообще там не было. Аминь. Слава Богу.